Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале-маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, назначили все это в зоосаде. Зачем идти при полном препараде? Скажи мне, моя рать, Христа ради. Она мне: одевайся, мол, я тебе стесняюсь, не то, мол, как всегда, пойдешь ты сзади. Я платье, говорит, взяла у Нади, я буду нынче, как Марина Влади, и проведу хоть тресну я часы свои воскресные, хоть пьяной твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себя утюжил, хладил? Меня поймали тут же в засаде. Ведь массовик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих зазвали меня дяди. Я снова ощутился в засаде. Глядь, две жены, но две Марины Влади, одетые животными, с двумя же бегемотами, я тоже озверел и стал в засаде. А на утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале-маскараде я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был у бегемотов я в ограде.